Доброе утро, дорогие мои подписчики! Сегодня я вам покажу, как приготовить вермишель. У нас есть уже, это быстрый завтрак. Вермишель уже приготовленная, сваренная и промытая. Дальше берем масло сливочное на сковородочку и разогреваем сковородку. Сегодня последовательность у нас будет такая. Вначале творог. Берем 150 грамм творожка. Вот. Творожок подогревается, и он как расплавляется немножко. Он даст нам такую вязкую, такую субстанцию. Вот вы видите, такой творожок становится. Вот такой субстанции. И он даст очень интересный вкус. Сюда берем 50 грамм плавленного сырка на крупную терочку. Сюда же. И тоже, чтобы оно на сковородочке хорошо подогрелось, расплавилось. Вот это у нас творог и плавленый сыр. Плавленый сыр я беру, чтобы было написано не сырный продукт, а именно плавленый сыр. Загрузили макароны сюда, вермишель в нашем случае. И теперь перемешиваем так, чтобы сыр и макароны перемешались однообразно, чтобы не было просто макарон или просто сыр. Добавляем сахар. Столовую ложку. Вот такой прекрасный у нас завтрак и вкусный получился. Приятного аппетита!